Итак, ребят, покатались немного на TRX. Что хочу сказать. TRX понятно, да, то есть я там на нем где-то ездил чуть-чуть, а более понятный автомобиль мне был, более понятен. Raptor раскрылся для меня абсолютно по-другому вообще. В лучшую сторону, безусловно. В нем есть как бы там почерк или частичка раллийного автомобиля, да. То есть он прям внушает тоже доверие тебе. Я всегда думал, блин, 3.5 это битурбо какое-то, фуфло. Нет, тачка, блин, инженеры постарались максимально. Я ездил по городу в режиме спорт. Выход обставил на режим бая. Охрененная штука на заднем приводе. Варит боком и по асфальту, и по песку, и везде, где только можно. Но если вы хотите получить именно наслаждение от управления, здесь V8, здесь шнековый компрессор, который подвывает постоянно, вас бодрит, увеличивает вам детородный орган на парочку сантиметров, да? 4? Это в Дубае, да? В Питере попрохладнее. В Дубае я бы, наверное, ездил на Рапторе, да, потому что здесь вокруг пустыня, вокруг барханы, в Питере. Я бы взял TRX, наверное, и наслаждался этим звуком. Управление по городу, оно безупречное. Тачка бомба просто. То есть она максимально там комфортная в городе и максимально возможные опции в системе для этого автомобиля. В Форде тоже есть все, в принципе. Но 6-цилиндровый двигатель на 2 турбинах, как бы, ну не знаю. Я бы отдал предпочтение этому автомобилю. Хотя Форд просто охрененская тачка. Она вызвала у меня больше эмоций, чем TRX, но потому что я на Форде на Рапторе до этого не ездил. Он больше подготовлен, его подвеска больше продуманная, подготовлена для прыжков, допустим, да, посмотрите в другом видео. Вот здесь будет силочка, или вот здесь, короче, или там, я не знаю, куда в сандалии. Поэтому вот так смотрите, вот так везде. Подытожим, и то хорошо для этой местности, которая может, у меня больше подходит, Раптор. Россия, вот, это лично мое мнение. Обязательно напишите, что вы хотите увидеть еще. Какую машину, чтобы мы постарались качнуть вместе с вами. Всем спасибо, счастливо.